Я пробую выйти в эфир второй раз. Надеюсь, у нас все получится. Жду вас, дорогие мои. Подключитесь второй раз, пожалуйста. Я верю, что у нас сейчас все получится. Надеюсь, что эфир получится провести и связь будет работать. Привет, привет. Привет, кто подключается второй раз, спасибо вам, вижу, вы подключаетесь, вот прям спасибо, что вы переподключаетесь и вы дождались, вы не потеряли надежды на нашу встречу. Спасибо, дорогие. Связь просто оборвалась полностью, мой телефон просто выключился, я ничего не смогла с этим сделать и спасти первую часть. Поэтому, пожалуйста, сейчас все, кто подключается, поделитесь этим видео второй частью, чтобы люди увидели, что мы все-таки в эфире и что можно присоединиться. Я думаю, что не все дождались второго подключения. Поделитесь, пожалуйста, сделайте шер, репост именно сейчас этой части эфира, чтобы смогли другие подключиться к нам второй раз. Господи, помоги нам. Просто полностью оборвалась связь, и я не смогла ничего сделать. Класс! Спасибо, спасибо. Бэйбит пишет, мы все в молитве за ваше выступление. Спасибо, дорогие, за молитвы. Это всегда так ценно и все это время, но особенно сейчас. Спасибо. Знаете, у нас в последнее время вообще на народ Божий было высвобождено снова такое давление, как я говорила в первой части, и Господь предупреждал о том, что это давление будет, и будет наступление, потому что враг препятствует тому, что сейчас Бог делает. А Бог конкретно открыл двери уже для того, чтобы дочери, сыновья входили в призвание, входили в непосредственные те вещи, которые Бог приготовил и которые нам обещал. Поэтому, конечно, враг пытается этому препятствовать. Вот. И Господь сказал мне, чтобы мы призывали Божий огонь. Я прямо увидела, знаете, вот я увидела, как огонь, когда течет по земле Божий огонь, змеи просто в ужасе разбегаются, расползаются, они боятся огня. Это дух колдовства, дух страха, который был высвобожден вот на предыдущих неделях. Божий огонь убирает и защищает нас, и убирает все, что мешает Господу в наших жизнях. Поэтому призывайте особенно Божий огонь в это время в своей жизни. Пусть все те вещи, которые мешают Господу, все те вещи, которые являются преградой, они уходят из наших жизней. И иногда это также вещи, которые мы не хотели бы отпускать, но стоит знать, что лучше пусть все, что мешает Господу, уйдет, и мы войдем в Божью судьбу для нас, чем мы будем годами ходить вокруг да около того пути, который... пути жизни, который есть для нас, по которому мы можем идти и будем какими-то разными вещами заниматься, только не тем, чем надо, и не тем, чем Господь нам поручает. Класс! Я смотрю, мы собрались, слава Богу, хотя вижу других людей, не тех, кто был в первой части эфира. Спасибо, очень рада видеть всех, и те, кто первый, и те, кто повторно подключился. Сделайте, пожалуйста, репост, чтобы подключилось больше к нам людей. Сделайте шер. Спасибо всем, кто делится этим видео. Я хотела поделиться очень важными вещами сегодня. И потому, конечно, я смотрю, что даже на этот эфир идут давление. Связь такая плохая. Но надеюсь, у нас все получится. Вот. И Господь, знаете, сейчас вот в теле Христа очень многие люди находятся в таком положении, что, казалось бы, я в точно таком же положении и была, и еще есть я в этих ограничениях. А в таком положении, когда ты думаешь, Господи, как вообще в этом всем, в чем я нахожусь, и в том положении, в котором я сейчас нахожусь, как вообще в этом можно заниматься теми вещами, которыми Господь поручает и которые являются нашим призванием. И я хочу сказать, что у Господа есть стратегия
небесная стратегия для того, чтобы вы вошли в непосредственно ту судьбу, которую Он для вас имеет, и то призвание, для которого вы рождены. Это хорошая новость. У Господа есть своя стратегия, и они всегда отличаются от наших. И та стратегия, которую мне дал Господь, я сама не понимала, как это сработает и почему именно так. Но нам сейчас в это время особенно важно просто послушание Святому Духу, дорогие мои. Господь знает путь, Господь знает, как нас вести в те двери, которые уже открыты сейчас. Все приготовлено, Бог делает невероятные вещи. Сейчас не время отчаиваться, хотя враг высвободил много страха. Дух страха атакует народ Божий, дух колдовства. Опасения такие витают в головах, и что кажется, что это никогда не закончится. И эти обстоятельства, которые ограничивают, связывают такой страх, что это не закончится, что будет только хуже, что ничего не улучшается. Атаки на здоровье, атаки на финансы, атаки на личные отношения, атаки на семьи, атаки на служение. И все эти вещи, они просто вызывают много страха, сомнений и смятения сейчас. И это просто висит вокруг в воздухе. Но Господь предупреждал об этом. И я много в своих эфирах именно потому и делилась тем, что Бог говорил об этом этапе, об этом сезоне, в котором мы находимся. Господь предупреждал и показал, что Его излияние, Его слава, Его излияние Его Духа, излияние Его огня будет происходить, а соответственно и вхождение в наше призвание будут происходить прямо посреди всего этого. И также Господь говорил мне и показывал, что самая большая битва и самая большая преграда, соответственно, которая будет у христиан, приготовленных для вхождения в свое предназначение, в свое непосредственное призвание, самая большая преграда будет – это страх, сомнение и смятение, которые просто накрыли землю, и все второе небо этим наполнено. Поэтому нам важно, просто жизненно важно, как никогда раньше важно, научиться на небесах своим сердцем, своей душой жить больше, чем на земле. И поднимаясь на небеса, поднимаясь к Божьему престолу, поднимаясь в сердце Отца, в Его любви, в Его присутствии, мы можем получать от Него видение, ясность, видеть славы Его больше, чем всего того, что находится вокруг нас в обстоятельствах, и чем всего того, что находится в процессах и новостях, и событиях, а вообще на земле вокруг нас. Вот. И, кстати, детальнее об этом я делилась в эфире под названием «Как уходить это так?» под тегом «Prophetic Talk with Maria». В описании этого видео вы можете перейти на все видео, другие пророческие послания и найти соответствующее видео. Но у Господа есть сейчас стратегия, и сейчас то время, когда важно получать эти вещи, то есть не поддаваться страху, а дух страха, Господь мне сказал в самом начале, когда призывал меня в полное служение, Он сказал мне, когда тебя будет атаковать страх, просто связывай его именем Иисуса, все, просто связывай его именем Иисуса и призывайте Божий огонь, это та стратегия, которую Господь дал именно для этого времени. Призывать Божий огонь в свою жизнь. Огонь вытесняет силы тьмы из наших жизней. И любая атака, мы имеем силу от Господа, мы имеем власть от Господа любую атаку отразить. Но что нам для этого нужно? Стратегия, ясное видение. Ясное видение и стратегия. И вот Господь прямо показал Божий огонь. Это стратегия Его для этого времени. Вот, и есть, знаете, у Господа такие пути, через которых Он сейчас вводит нас в свое предназначение. И вот как это произошло со мной, я вот уже полгода, да, провожу эти эфиры, и Господь побудил меня вчера конкретно поделиться этим, почему я начала это делать. И я думаю, что Он побудил меня это делать сейчас именно, сейчас говорить об этом, потому что многие сейчас будут входить в непосредственно свое предназначение, и Бог даст вам лично вашу стратегию.
И я вижу по некоторым уже свидетельствам и отзывам от вас, что вы в это уже входите. И Господь дает некоторым женщинам конкретную, точечную, знаете, такую стопроцентно ясную стратегию, вот именно на несколько шагов, именно сейчас. И те, кто будут послушны Святому Духу, а это наша самая главная из наших двух задач, самых главных, это познание Господа и послушание Ему, да, то те, кто будет послушны Святому Духу сейчас в этих стратегиях, вы сами удивитесь тому, к чему это приведет. Даже если эта стратегия кажется вам неожиданной, даже если это кажется вам чем-то малозначительным, вы можете даже не понимать, что именно эти вещи, которые Господь побуждает вас сегодня делать или поручает вам сегодня делать, именно это является путь вхождения в то призвание, о котором Господь вам обещал, и все те вещи в итоге планирует делать, которые Он показывал еще вам в самом начале христианского вашего пути. И вот когда к Господу вообще пришла так серьезно, осознанно, и была рождена свыше и приняла осознанное решение идти за Господом, то я видела все эти вещи, я видела эти огненные стадионы, видела это пробуждение, я даже не знала, как это еще называется тогда, и что это вообще такое, понятия не имела. Но когда Господь призвал меня, и причина всему этому была личность Святого Духа, только личность Святого Духа. Меня многие спрашивают, как это рождается, как в это прийти, как войти в свою судьбу. Это Святой Дух. Путь – это сам Иисус. А Иисуса нам может открыть только Святой Дух. Без личности Святого Духа мы не можем познать ни Иисуса, ни Отца. И когда у меня произошло просто столкновение, познание личности Иисуса, личности Святого Духа, и Он высвободил просто какой-то сумасшедший огонь в мою жизнь, что я полтора месяца не могла выйти из уединения. Тогда Господь и показал мне, кто я конкретно в этом новом этапе своей жизни, в этом новом сезоне, в который я вхожу. Он призвал меня в полное служение, и Он сказал мне некоторые вещи стратегические о будущем, что я буду делать. Но как я туда приду, я понятия не имела. И это все казалось таким огромным, колоссальным, и, ну, в духе я понимала, что это здорово, это то, о чем я мечтала, поэтому я, в принципе, без колебаний оставила все то, что мне нужно было оставить, и все то, ну, заплатила ту цену, которую нужно было заплатить, но еще 2 года мне приходилось проходить те вещи, которые я понимаю, что являлись все вот этим путем трансформации, путем подготовки, тренировки и вхождения в то, что Бог еще будет делать. И уже много было славных вещей и славных свидетельств Божьей славы, и в служении, и всем том, что Господь делал, но все это было тренировка, все это была подготовка. И вот люди меня спрашивают, каким образом этот произошел переход, и я, конечно же, всего не смогу рассказать. Я скажу конкретно, как я начала проводить эфиры. А в других эфирах я, возможно, буду вот частями как-то делиться, если вам интересно. Но мне такие вопросы задавали, да, потому я буду стараться реагировать. И просили меня поделиться, как это все произошло вообще, это вхождение в служение, в призвание. Вот, и вот представьте, Господь 2 года говорит мне, готовит меня, использует меня уже совсем по-новому, не так, как раньше в служении, да? Бог сказал мне о пробуждении, Бог сказал мне о том, что мое избрание, мое призвание — это движение пробуждения и снаряжение людей, которые призваны для пробуждения в теле Христа. И Он мне говорил такие конкретные вещи о будущем, но я думала, что вот сейчас вот начну проводить служение, сейчас буду служить в церквях, буду служить на улицах, чудеса происходят, Дух Святой движется, все это началось, и вот все это сейчас перейдет на стадионы, и вот так все будет круто. Но вышло вообще не так. Слава Божья началась, Дух Святой начал движется, чудес происходило много, и
много чего происходило, славных вещей, но на самом деле все это сопровождалось сумасшедшими давлениями, атаками и такими вещами, которые меня просто связывали, я даже не могла служить. То есть, кто немножко знает, что я проходила, тот понимает, что реально, ну, люди даже удивлялись, когда я начала выходить в эфир, потому что, ну, настолько было потеряно и окружение, и отношения, и репутация была просто грязью, смешана с грязью. И, ну, такие давления были. Если смотреть на себя как на человека, то мысли были только одни. Господи, как я могу это делать? Это... Ну, во всем том, что я нахожусь, как вообще возможно это делать. И я думаю, что и чувствую в духе, что многие так сегодня и чувствуют себя, что вот в том состоянии, в котором нахожусь, что я вообще могу делать? В тех обстоятельствах, в которых я нахожусь, что я вообще могу делать? Я не знала, чем я завтра буду ребенка кормить, не то что себя. И как я вообще могу ну, что-то делать? И разные вещи были. У меня, знаете, это Дак Эдисон сказал, что это называется идеальный шторм. Это когда во всех сферах жизни сумасшедшие атаки. Вот так было у меня. Просто во всех сферах жизни. И поэтому это было со всех сторон. И это была абсолютная связанность. Движение было практически невозможным. Но и посреди всего этого Господь давал возможность служить, и служить в некоторых церквах, и служить некоторым людям. И мы проводили стратегическую пророческую молитву регулярно на протяжении, по-моему, полутора лет. Мы молились о пробуждении, молились за страны, молились за церкви. Стояли в молитве и продолжаем это делать, просто тогда мы это делали на регулярной основе, в определенное время, в скайпе собирались, потому что наша команда, пастора, лидеры из разных городов. Вот. Но как? Потом я поняла, что будет новый этап, и Бог будет давать новый уровень ответственности. Но как это будет, я не знала. И вот, представьте, 2 года Господь говорит о вещах, которые грядут. Говорит о жатве, которую пророчествовал Рик Джойнер. Происходит очень много пророческих переживаний. Такая очень насыщенная жизнь с Господом. Но физически, а вот в физическом мире, реализации этому у меня не было возможности это реализовывать. Все как будто, знаете, вот я переживала это с Богом наедине. Такой как домашний арест. Я потом поняла, что это и была тюрьма Иосифа. Это конкретно моя история. Но я могла это просто все слагать в своем сердце, молиться об этом в команде, какие-то вещи я начала писать в Фейсбуке. Но как будет этот переход, я не знала. Но у Господа была стратегия посреди всего того, в чем я находилась. И вот 20-го... Нет, сначала я скажу другое. В начале 17-го года, это получается был начало 2-го года, после того, как Господь призвал меня, да, в начале 16-го, когда было то уединение, излияние огня в мою жизнь. И вот через год, в начале 17-го года, я уже переехала в эту квартиру, и первые около 2 недель моего нахождения в этой квартире Господь просто интенсивно высвобождал пророческие вещи о грядущем этапе. И вот драгоценные сестры мои, наша команда, пастора, они знают вообще эти вещи, которые Бог говорил, и могут подтвердить. И тогда это казалось вообще... Ну, немыслимым, потому что еще такие атаки были в моей жизни, такие давления, что, вот, что просто невозможно было даже понять по-человечески, как это может произойти. Потому что даже люди, которые появлялись рядом со мной, не все выдерживали, потому что ну, странные вещи происходили, если смотреть на это только по-человечески. Вот. Но Господь знал как. И вот в начале 17-го года одно из тех вещей, которые отец мне сказал и показывал, одна из этих вещей была такая. Он показал мне во сне, что в мою квартиру заносят огромные такие ящики с яйцами.
Яйца, это были орлиные яйца. Это я потом уже в этом разобралась, потому что они были больше, чем куриные, но меньше, чем страусиные. Дух Святой мне объяснил, что это орлиные яйца. Я посмотрела в интернете, и действительно это так. И огромные ящики, большое количество этих яиц просто, принесли мне в квартиру. И я думаю, Господь, что это значит? И размышляла об этом, и я поняла, мне было открыто, что Господь даст, приведет ко мне и даст мне много людей, которые должны родиться в ту судьбу, которую Бог имеет для них в это время. И это люди в основном, на которых будет высвобождено пророческое помазание. Это люди, которые избраны быть близко с Богом в разных сферах жизни, в разных сферах общества, но они будут двигаться, и моя задача будет служить и поддерживать таких людей, которые будут высвобождаться и быть пророческим голосом. Это не значит, что все одинаково что-то должны делать. Это делать будет каждый по стратегии, которую отец даст, и использовать каждого он будет совершенно по-разному. Но это те люди, которые избраны для пробуждения и которые будут двигаться в пророческом помазании. И как гласит пророчество Илии, что будет в последние дни, и зальет духа моего на всякую плоть, и будет пророчествовать ваши сыновья и дочери. Да? То есть пророческое помазание, мы знаем, что в последние времена, чем дальше, тем больше оно будет освобождаться. И вот такая просто фрагмент была иллюстрация. Помимо всего прочего, множество того пророческого, что Господь высвобождал в то время. И вот проходит почти год, декабрь. То есть я говорю только то, что относится к основанию пророческому, почему эфиры и какая вообще их цель. 20 декабря у меня было духовное переживание с Господом, очень серьезное, которое как раз и послужило началу этому, которым я получила это поручение. И накануне этого переживания, этой пророческой встречи, у меня была сильная жажда. Я чувствовала такое бремя. Вообще все эти 2 года во мне было сильное бремя по пробуждению, сильное бремя по пробуждению в теле Христа, по пробуждению в разных странах. И мы много молились об этом, и много вещей пророческих было открыто, мы высвобождали их, многие хранили еще только. Но я все записывала. И вот я сегодня открывала свой пророческий дневник и специально смотрела даты, чтобы вам передать более точно. Вот тогда, накануне 20 декабря 2017 года, на протяжении где-то недели, может быть, 5 дней, у меня была такая особая сильная жажда. И я ищу такой жажды, стараюсь ее искать, когда чувствую, что ее нету. Я прошу у Господа этой жажды. И вот в те дни она была. И сильная такая жажда, голод по Господу. Мне очень хотелось больше Бога, и я взывала Господа об этом. И вот 20 декабря в молитвенном таком времени моем у меня было это переживание. И Господь меня забрал в духе. Это был не сон, это было не видение, это конкретно Господь забрал меня в духе. Хотя, если вы переживаете встречи с Господом во сне и видении, то это точно так же реально. Просто я говорю, как у меня было, что это было духовное конкретное переживание. Господь забрал меня в духе, и я была в другом месте, и там были 2 женщины, и это были 2 ангела в виде женщин. И мне было сказано, одна из них, она назвалась как Вика, и она мне сказала, что я вызвана Господом сюда, потому что я должна здесь принять заказ на работу. И она сказала, заказ на работу оператором, чему я была очень удивлена. Я искренне рассказываю, как оно есть, потому что я учусь в этом процессе, и Дух Святой учит меня взаимодействовать, в том числе и с ангелами, и с миром славы, небесной реальностью. И поэтому я говорю, как есть. Когда я была там, и когда мне Виктория сказала, что я вызвана Господом, чтобы получить заказ на работу оператором,
Я со своими мозгами, мышлением, тем, что я в это время начала же двигаться в актерской работе, да, как фотомодель, как актриса, я думала, что-то с этим связано, поэтому я думаю, я не думала, я так и сказала, говорю, в смысле оператором, у меня нет ни камеры, ни квалификации, какой с меня оператор, может быть, ну, актриса, я так размышляла. То есть я даже не сообразила вообще, что речь о том, что Бог мне дает поручение. О, Господи. И поэтому Виктория так на меня посмотрела. Я спросила еще пару вещей ее. Таких, как, говорю, что вас тоже Господь так вот вызвал, как меня сюда. Она говорит, ну, вообще-то меня всегда Бог посылает. Она так, глядя мне в глаза, сказала, ну, вообще-то меня всегда Бог посылает. И, короче говоря, мне не сразу дошло, о чем идет речь. В этом переживании ангел Виктория конкретно мне было сказано о том, что она будет заниматься этим проектом, и о том, что она сильная в духе и сильная в интернете. Что она, потом я уже поняла, что речь о том, что она продвижением в интернете будет помогать в этом и будет служить в этом. Знаете, у ангелов есть свои задачи, у ангелов есть своя квалификация. И для нас эти вещи вообще должны быть нормальными, должны во всяком случае стать нормальными. Может быть, у кого-то из слушающего есть смятение, смущение по этому вопросу, но так не должно быть, потому что это нормальная реальность, мы должны научиться вообще-то в духовной реальности больше жить, чем физической. Я имею в виду не в том, чтобы улетать и не присутствовать в этом мире. Я имею в виду, что для нас духовная реальность вообще-то должна быть приоритетной, потому что она и есть основополагающая, из нее все рождается. Сначала происходит там, потом происходит здесь, где мы телом находимся. То есть мы телом ходим по земле, но на самом деле истина в том, что мы во Христе посажены одесную Отца на небеса. И если это истина, то как-то эта взаимосвязь должна произойти между землей и небом. И вот здесь важно исцеление души и важна мудрость, важно послушание Духу Святому и обучение от Него, как стать целостным человеком и на небесах вообще жить больше, чем на земле. Тогда как раз мы и входим в Божью судьбу для нас без задержек. Вот, и вот такое поручение было дано мне, и когда я прощалась с ними в этом переживании, я переживаю, что сейчас я все оборвется, я не успею с ними пообщаться. Так бывает, когда Господь меня забирает неожиданно, раньше, чем мне бы хотелось, переживание заканчивается, я каких-то вещей не успеваю сделать, каких я хотела. Поэтому я вот в своей такой вот недалекости, да, еще в этих вещах начинаю с ними там прощаться, разговаривать, какие-то вещи спрашивать. А знаете, они мне уже со всех сторон просто показывают. Мне даже показан был монитор компьютера, вот так вот мне в лицо уже второй ангел показывает, намекая, мол, что речь идет об интернете, о работе в интернет. И это было 20 декабря, когда я возвращалась назад, когда Господь меня возвращал, на мне была сильная слава, у меня все кости внутри дрожали, мне дребезжало все внутри. Когда слава на мне сильная, помазание на мне сильное, я чувствую, что у меня прям внутри все дребезжит и горит. И так было тогда, и на мне было сильное помазание, когда я вернулась. И что интересно, это было 20 декабря, да? В начале 2018 года я, догадываясь уже и отчасти понимая то, что Бог мне хотел сказать, лишь так, догадываясь только, предполагая, что я должна это делать, я начала выходить в эфир. И если вы посмотрите по моим видео, мой первый эфир был, если не ошибаюсь, я сегодня смотрела, это был 9 января, кажется. 9 января был первый эфир, и я сделала 4 эфира в январе в этом году. И в основном я говорила о тех откровениях и тех пророческих вещах, которые Бог показывал мне про грядущий год. Поэтому я осмелилась выйти с этими эфирами, потому что Новый год, начало года, и это во мне уже так бурлело, горело, что я не могла это удерживать.
И вот именно это бремя, кстати, это тоже подсказка того, что именно это хочет Господь сейчас от нас. А во мне было это бремя, я просто не могла это уже удерживать. Если раньше я не могла это говорить, то в начале этого года я не могла уже этого не говорить. Хотя я еще не поняла то, что Господь мне дал поручение в декабре. Я еще этого не понимала. И вот мои сестры, пастора, с которыми мы в команде, они могут подтвердить, что так и было. Я не понимала. Я им еще больше рассказывала, какое у меня вообще было отношение к тому, что я пережила в том переживании, когда я вернулась. Я уже не буду сейчас подать детали. Суть просто. И вот я провела 4 эфира, и что-то просмотров было у этих эфиров, там около 500, 300, 500 просмотров, может быть, там 700, да. В основном это было, по-моему, около 400-500 просмотров на этих эфирах. Это был январь. А в конце января Бог мне показывает, что мои двери вот-вот откроются, и я стою уже с чемоданами в них входить, и я просто наготове стою настолько, что вот как только они откроются, я сразу вбегаю. И мне была показана задержка, и мне были показаны атаки на женщин. Именно вот то видение, которым я делилась в своем эфире, почему дьявол так атакует женщин и в других посланиях для женщин, где я говорила, что дьявол сначала забирал лицо у женщины. Вот это было в конце января мне показано. Это важно. И один момент, который мне непонятен был вот в духовном переживании, которое было 20 декабря. Когда мне было сказано, что я там, чтобы получить заказ на работу оператором, был такой момент, который я вообще не поняла, когда вернулась. Думаю, что это вообще было такое? Вот Вика сказала мне, ты вся горишь, и принесла мне градусник. Она принесла мне градусник, я взяла в руку градусник, и потом, когда я его несла, оказалось, что это ключ от моей квартиры, в которой я жила, вот от этой. И мне это было непонятно. Но когда 4 февраля меня потребовали съехать с этой квартиры, да, вы понимаете, то есть 20 декабря было вот это пророческое переживание. А в январе я начинаю проводить эфиры, не понимая, что Бог дал мне еще это поручение, но во мне сильное бремя пророческого слова, которое я больше не могла удерживать. И по откровению, пониманию, что ему время пришло быть высвобожденным, я начала проводить эфиры. Но я еще не понимала, что мне Бог конкретно поручение прям дал. И вот 4 февраля с меня требуют, чтобы я съезжала с квартиры там, в течение недели. А чтобы вы понимали, у меня совершенно не было денег ни на переезд, ни на оплату новой квартиры, ни на оплату этой квартиры. У меня было такое тяжелое финансовое положение, что есть не было чего, не то что за квартиру платить или еще какие-то вещи делать. И я ничего вообще не могла с этим делать. Ну, в эти 2 года я вообще училась в этом вопросе полагаться на Господа, потому что всегда было слишком конструктивно, и я всегда зарабатывала, у меня всегда все было схвачено, бизнес. И Господь учил меня доверять Ему. И что вы думаете? Вот в переживании был градусник, да, и был ключ. В это же время, когда с меня потребовали съехать с квартиры, заболел мой Никита, сын. И у него была высочайшая температура, вот прямо в это же время. А в это же время у меня заканчивался срок по конкурсу для Америки по дизайну одежды, о чем я мечтала. Это вообще отдельная история, мне казалось, что это исполнение моей мечты, это именно шанс, который мне дает Господь сейчас, хотя Бог мне об этом не говорил. Мне просто очень понравилась эта возможность. Я думала, поэтому я подумала, что это мой судьбоносный шанс. И вот в это время как раз занималась еще и той подготовкой к победе в этом конкурсе, потому что суть этого конкурса заключалась во всем том, что является частью моего видения. Я пока что только так скажу, чтобы не впадать слишком в детали, не уйти от темы слишком далеко. И вот в одно это время все происходило. У меня там сроки горят по этому конкурсу, который я считаю судьбоносным для меня, и в этом году кровь из носу я должна поехать в Америку на этот конкурс, потому что Бог меня уже готовил к этому делу, которое является сутью этого конкурса.
Я думала по этому время, хотя Бог мне это не говорил. Очень важный момент. Слушающие, кто может слышать, да слышит, как говорится. Потому что, как я сказала в прошлом эфире, что искреннее и осознанное свидетельство может очень многому научить. И поэтому я делюсь этим сейчас. И это будет поддержка для кого-то, я верю. В расчете на это я это делаю. И вот неделю решается этот вопрос. Естественно, я не могу готовиться к конкурсу, я не могу сосредоточиться ни на чем. Эфиры я не могу проводить. Это как раз был тот Никита дома болеет. И вот вам и градусник, и вот вам и ключ от моей квартиры, которые мне были показаны 20 декабря, которые мне были абсолютно непонятны и казалось какими-то незначительными деталями. Но благодаря тому, что я все записываю в свой пророческий дневник, я к этому возвращаюсь, молюсь об этом, Господь мне эти вещи все проговаривает и объясняет. Это тоже подсказка, да, для кого-то. И вот в этот момент я понимаю, что все сошлось в одной точке, и что-то Бог хотел мне сказать в том переживании 20 декабря. И я понимаю, что я должна с этим разобраться до конца. И в конце февраля... Нет, даже в середине февраля Дух Святой мне конкретно объяснил, что речь шла о работе в интернет. Казалось бы, это так очевидно, но я тогда этого не понимала. И всегда, когда Господь объясняет, и я получаю откровение, кажется, как я не понимала таких очевидных вещей. Но я тогда правда не понимала. И я до последнего думала, что речь идет о работе. Почему я думала, что речь идет о работе? Мне в этом переживании было сказано, что мне заплатят за эту работу 10 тысяч. Мне не было сказано, в какой валюте. Мне было сказано, что мне будет заплачено 10 тысяч. Это очень важный аспект. И поэтому я думала, что речь идет о работе. И Дух Святой мне начал объяснять, что речь о моей работе оператора, речь идет о работе в интернет и о том, чтобы быть голосом. И то, что Господь будет говорить мне, просто передавать это и работать в этом направлении в интернете. И делать эфиры, и делать статьи, и посты. Именно в том, что Бог будет мне давать, как Он будет меня вести. И Бог пообещал за эту работу 10 тысяч. И я все думала, что значит эти 10 тысяч. И вы помните тот момент, когда орлиные яйца были занесены в мою квартиру. Кстати, благодаря тому, что тогда был этот сон про мою квартиру, я знала, что я должна остаться в этой квартире. И когда шло сражение за это, и когда меня хотели, ну, когда меня просили выселиться, я знала, что я должна остаться здесь. И поэтому я понимала, и Бог сказал мне, что это не твое сражение, это мое сражение. Я знала, что не должна никуда съезжать. Каждое место жительства, которое я выбираю, выбираю только по откровению. Там, где я должна быть, где Господь меня видит. И некоторые меня даже упрекали за это. Почему ты там арендуешь квартиру, когда у тебя денег нет на еду в эти годы, и там на элементарные вещи. А я понимаю, что Бог меня сюда поместил, я должна быть здесь. Он мне сказал об этом. И пока Он мне не сказал никуда переехать, я не могу переехать. Но это каждый раз сражение. И вот 10 тысяч. В конце февраля, когда я понимаю и получаю откровение о том, что это было Божье поручение для меня на эту работу в интернет. И в феврале я провела еще пару эфиров, которые тоже по просмотрам были около, там, может быть, 500-700 просмотров. Но все меньше тысячи. То есть максимум там было 700, может быть, просмотров. Я сейчас точно не помню. Вы сейчас увидите, как все развивалось, как Бог делает. И в конце февраля мне конкретно во сне Господь говорит: 10 тысяч яиц. И я понимаю, что речь идет о 10 тысячах судеб, высвобожденных в Божье предназначение. 10 тысяч судеб Господь заплатит за эту работу. 10 тысяч судеб Божьих дочерей и сыновей, высвобожденных в Божью судьбу для того грядущего движения, которое начинается сейчас, для которого мы приготовлены. Люди, которые приготовлены, они должны родиться. Яйцо – это что-то, находящееся в зародыше, да, это есть предназначение, есть призвание, уже есть это,
жизнь, но она ожидала времени. И это должна, Божья судьба, это призвание родиться должно в это время. И Бог именно это поручение дал мне. И Он сказал, что заплатит мне 10 тысяч таких людей. И мне это напомнило, как когда Боб Джонс получал, помните, откровение, и была у него встреча с Господом по поводу пробуждения, и Бог все время говорил, что я заплачу миллион, я заплачу миллиард, да, миллиард душ. То есть Бог так выражается, на самом деле, и мне было так сказано. И вообще, он, Слово Божие говорит, просите народы, будет дано вам. И я всегда просила у Господа это. Это есть главное наследие, народы. Не богатство, не какие-то еще вещи. Это все инструменты, это все, ну, хотела сказать, ерунда. Не ерунда, но в том смысле, что это не цель, это не то, ради чего это вообще не стоит. Это только средства, инструменты. На самом деле наследие – это народы, наследие – это территории, которые нужно взять для царства. И Бог сказал, что заплатит 10 тысяч. И я уже точно знала, что 10 тысяч – это то, что Бог хочет сделать благодаря этому такому направлению, да, эфиром. И это важно, во-первых, важно получить стратегию лично для вас от Господа. Во-вторых, что для меня уже стало в процессе понятным, это то, какая цель всего этого и что именно Господь будет делать. И я вначале взяла это верой, конечно, но сегодня уже на протяжении вот последних нескольких месяцев, трех месяцев, я конкретно вижу лица этих женщин, я вижу лица этих людей, которые сейчас рождаться будут в Божью судьбу, я вижу лица этих людей, которые состоят в этих 10 тысячах, и вы мне пишете, мне некоторые из вас пишут конкретно, что я имею отзыв внутри, что я именно среди этих семян, которые посылаются, я именно среди тех людей, которые снаряжаются для вхождения в такую судьбу, для вхождения в судьбу в этом Божьем движении, в этой последней жатве, в движении пробуждения. И таких Бог заплатит 10 тысяч. У меня есть это обещание от Господа, и поэтому я просто делаю то, что Он поручил мне делать, несмотря на все то, в чем я нахожусь. И что произошло дальше? Вот вы помните мои первые эфиры, там 500-700 просмотров, да, я все это делаю очень, очень несмело, я только учусь это делать. И вот 1 марта, момент очередной жажды. Вообще, лично в моей жизни, и я вижу в жизнях это многих других людей, что жажда предшествует получению от Господа, жажда. И вот каждый раз, когда это происходило, почти каждый раз это сопровождалось какой-то ненормальной жаждой. И вот я помню, накануне 1 марта, уже после взятого, я осталась в этой квартире, после победы в том, чтобы остаться в Божьем месте для меня, и после такого тяжелого месяца у меня сильная жажда по Господу. Я снова понимаю, что должен быть переход на следующий этап. И вот 1 марта в моем времени с Господом снова происходит ключевая встреча и ключевое переживание для этого дела, которое Господь мне поручил. Это было в этом переживании. Я скажу только, ну, кратко, потому что суть не в этом сейчас. В этом переживании у меня была встреча и с двумя сильными пророческими людьми, известными пророками мировыми. Это те люди, от которых я питаюсь и которые служат телу Христа. И когда я вернулась с этого переживания, и вау, это было так сильно, это было очень сильно, это было очень ценно для меня. Когда я вернулась из этого переживания, я просто вся горела. На мне была такая сильная Божья слава, я не могла еще целый вечер ничего делать. И в этот вечер произошла одна ключевая вещь, которая была конкретно, я знаю, результатом этого переживания, этой встречи. В этот вечер, если предыдущие эфиры я делала каждый раз, знаете, как
я делала из бремени, которое у меня было, я высвобождала пророческое слово. Но я могла сегодня говорить об одном, завтра о других вещах. То есть я сама решала, да, когда, что, чем я буду делиться. Я просто знала, что я должна это делать. То в этот раз, после этой встречи с пророками в этом переживании, в этот же день, находясь в этом помазании, я получала четкое и ясное откровение, о чем я должна говорить немедленно. И с утра, если вы посмотрите по записям, 2 марта это было, вот 1 марта это был Пурим, и 2 марта я выхожу в эфир с словом «Почему дьявол так сильно атакует женщин?». И это слово, которое конкретно я знала, что именно это я должна говорить на следующий день. В тот день просто я бы не смогла говорить. Но на следующий день я делилась этим словом, и этот эфир набрал 17 тысяч просмотров. Я была в абсолютном потрясении. Это мало сказать, что это я была в таком потрясении. Когда я делилась этим словом, это было такое сильное помазание на мне, такое Божье присутствие, потому что это бремя самого Отца за женщин. И это было слово настолько в десятку. А это послание достигло многих-многих женщин. И некоторые из них совершенно неожиданно были найдены Господом через это послание. Конечно, таких больше, но я говорю только о том, что я в письменном виде получала отзывы, да, вот с того времени все началось, то есть была встреча, и потом с того времени это дело перешло на другой уровень. И вот, понимаете, проходит то же время, я каждый эфир делаю, я как иду по воде, я двигаюсь только по вере вообще, и я понимаю, что я сама как человек не способна дать что-то людям. Но Бог поручил это снаряжение людей, избранных для Божьего движения. И в самом начале, когда Он меня призывал в полное служение, Он мне так и сказал: «Твоя команда, твои люди, тем, кому ты будешь служить, и мы вообще друг от друга учимся», понимаете? То есть, когда я говорю, что Бог соединяет нас, дает нам встречу, это значит, что вы можете от меня учиться, а я от вас учиться. То есть мы единое тело Христа. Просто Бог соединяет сейчас, производит вот это объединение для укрепления и снаряжения. И высвобождение в судьбы. На мне конкретно есть поручение на мою жизнь, это высвобождение. Высвобождение в Божью судьбу. Это одно, это снаряжение людей, избранных для Божьей жатвы этого времени, то есть это снаряжение жнецов. И второе, это высвобождение женщин. Это конкретное поручение, которое есть на моем призвании, это высвобождение женщин. И вот это все сходится в одно, в том, что я делаю сейчас по поручению Господа. Поэтому все эти эфиры, все эти послания, и то, что я делаю по Божьей благодати, по Его откровению, это те вещи, которые Господь использует для того, чтобы люди, избранные для этого времени, получили снаряжение, поддержку, получили пророческое направление, получили пророческое видение, получили новое помазание, получили мудрость, получили видение, получили ясность, помощь, часто вообще освобождение от оков, высвобождение из рабства, высвобождение из тех вещей, которые удерживали. И я вижу несколько категорий людей, которые слушают эти эфиры. И это есть женщины, которые конкретно Бог высвобождает вообще из неправильных отношений, из зависимости, и высвобождает в отношения с Ним. То есть это женщины, которые сегодня выбирают Господа, отказываясь от тех вещей, которые были в их жизни. И такие свидетельства уже у нас есть. Это женщины, которые просто оставляли, получив эту благодать, получив это слово и откровение о их призвании, о том, что Бог призывает их в близость. Прежде всего, во что нас Бог призывает? Это в близкие отношения с Ним. Это призвание каждого из нас, будьте уверены в этом. И вот это одна категория женщин, на них есть избрание, на них есть призвание для этой жатвы.
но и их сегодня Господь конкретно высвобождает из того, в чем они находятся, в близкие отношения с Богом, для того, чтобы вести свою судьбу. А вторая категория людей, с которыми я уже вот с вами знакомлюсь, встречаюсь, я вижу, что это люди, которые служат Богу, которые, многие из них уже лидеры, и служат кто-то пастора, кто-то служители, кто-то не имеют, ну, сана, скажем так, да, но все равно служат людям и ведут за собой людей, влияют на женщин, на мужчин, некоторые ведут женские служения, либо молитвенные группы, пророческие группы. То есть это люди, которые уже несут служение, уже в призвании. Но Бог объединяет нас сегодня и достигает через эти эфиры, через эти послания для того, чтобы поддерживать, снаряжать, ободрить и укрепить на этом личном пути с Господом, который вы проходите. Вот, есть. И, короче говоря, в итоге просто Бог пообещал мне 10 тысяч людей. И поэтому это все стоит того. И это то, что в моем сердце, это то, что перед моими глазами. И Господь показывал мне большую трансформацию в жизнях людей. И я сегодня начинаю это видеть. Когда я вижу, вот тогда, когда я проводила первый эфир для женщин, я же ничего этого не видела. Я просто по воде шла и высвобождала это слово, радикальное слово. Но высвобождение требует радикальности. Меня, ну вот среди служителей христианских и лидеров, те, кто, ну так скажем, мягко не поддерживают, то в основном из-за вот этой радикальности как раз. Но просто я вам хочу сказать, чтобы вы знали, эта радикальность, она связана с предназначением того, что я делаю. И часто эта радикальность, она необходима. А сегодня нужно называть вещи своими именами и говорить, рубить прямо, так, как Иисус сокрушал столы с продающими, да, в церкви, в храме. То есть сокрушать идолов сегодня нужно, и для этого нужна радикальность. На мне есть это избрание, призвание и помазание, потому я это делаю совершенно из духа, потому что некоторые думают, что я это делаю, потому что я злая, или я кого-то не люблю или осуждаю. Это не так. Я это делаю, потому что Бог сегодня сокрушает идолов для того, чтобы и разрушает, искореняет дух религии из наших жизней для того, чтобы высвободить, особенно сегодня женщин, особенно он из религии высвобождает сегодня женщин, и мужчин тоже, естественно, но особенно нам, я вижу сейчас, что особенно много это женщин. Поэтому высвобождение требует радикальности, высвобождение требует, знаете, такого дерзновения. И поэтому мне было так тяжело все это начать, потому что во мне человеческого дерзновения нету. Я по темпераменту вообще другой человек. И особенно все проходя то, что я проходила последние пару лет, какое там дерзновение. Кто знает, тот поймет, да, как говорится. Там даже вот сны, которые Господь давал людям, которые за меня молятся, вот пастор Надя Стенина, конкретно показано, что мне рот там, ну, я не могу говорить, или я не могу двигаться. Я сама это все начинала делать, проводить эти эфиры, и в это же время я понимала, что идет такое сражение за то, чтобы я этого не делала вообще. То есть враг настолько хотел меня остановить, я постоянно видела это сражение. Просто сумасшедшее давление, сумасшедшее сражение вообще за... И мои обстоятельства связывались еще сильнее, и мне посреди этого нужно было это делать. Поэтому у дьявола все равно ничего не получится. Божья воля, она состоится в любом случае, когда мы ему послушны. Если мы ему послушны, это исполнится. И поэтому я говорю постоянно, что послушание – это самое главное. Послушание Святому Духу. Приоритет – близость отношений с Господом и послушание Святому Духу. И когда я уже начала видеть ваши лица, реальные лица, когда я начала получать свидетельства, отзывы, читать ваши истории, невероятные, невероятные истории, я плачу над ними. Поверьте, я сижу, читаю ваши сообщения. Я даже не на все успеваю отвечать, но я часто сижу, перечитываю их 15 раз, чтобы понять, в чем находятся сегодня женщины. И эти невероятные истории, это еще больше, чем я думала. Я в духе понимала, что женщины в церквах переживают такие вещи, из которых просто Бог сегодня их хочет вырвать, и это очень тяжело. Сопротивление сумасшедшее в теле Христа. Но когда вы пишете эти истории, когда вы пишете мне все то, что вы проходили, в чем вы находитесь, и в чем вы попали даже в церквях, и, ну, это просто сильно сокрушает меня. И я понимаю, что
Господь то, что обещал, Он делает. И Он достигает этим посланием. Одна из сестричек так и сказала мне, говорит, Бог меня нашел вообще. Ей знакомый принес этот эфир, вот почему делал так сильно такую женщину. С этого момента все началось. Принес эфир, она бы сама его в Фейсбуке не увидела. Каким-то образом там он ей передал, и она посмотрела, находясь вообще в отношениях, в сожительстве с каким-то человеком, который, ну ясно, я сразу видела, что совершенно не свободен, нет никаких предпосылок на то, чтобы вообще думать о нем выйти замуж. Но так в этом находятся многие женщины. Просто враг хочет своровать наши судьбы через неправильные отношения. И многие женщины сегодня находятся в неправильных отношениях. Но одна встреча, одна молитва, один эфир, через несколько дней эта сестричка драгоценная, с пророческим призванием, творческая, с дарами вообще внутри, которую дьявол просто разворовал, забил в глубину души. Через несколько дней она просто уходит от этого человека и начинает новую жизнь с Господом вообще. Понимаете, и это не одна история. Я вижу этого больше. И когда вы пишете мне, как Господь действует через эти эфиры, через это пророческое слово, как Дух Святой поддерживает вас, снаряжает. Я понимаю, что то, что Господь пообещал, Он реально делает. Я вижу уже реальные лица ваши. Лица, которые были когда-то у меня только где-то глубоко в моем духе, о которых я молилась еще с 2007-2008 года, когда Господь готовил меня и говорил мне, что я призвана к женщинам. Но когда, знаете, мы имеем понимание о сфере нашего призвания, но не имеем Божьей стратегии, мы можем наделать ошибок. И когда я знала, что я призвана к женщинам, я не имела общей картины своего призвания. Я знала, первое, что мне Господь открыл, что я призвана к женщинам, высвобождать женщин. То я пошла заниматься общественной деятельностью. И это было правильно все, просто мне нужна была близость Господа, мне нужны были стратегии от Него. А я пошла чисто по... Ну, я делала правильные вещи, но я при этом не имела подкрепления от Господа. И поэтому, когда я делала все эти вещи, мы делали там первый флешмоб в Украине в защиту женщин от домашнего насилия в 2011 году. Я занималась общественной деятельностью, возглавляла комиссию по предупреждению насилия при общественном совете при КМДА. Там на телевидении начали приглашать как эксперта по вопросам женщин. Но когда я столкнулась, понимаете, когда мы не имеем Божьей благодати и силы, а двигаемся по вере, делаем правильные вещи, но не имеем Божьего огня, не имеем Божьей благодати, Божьего огня на то, чтобы разрушать ярмо, в котором женщина находится, то не имея этой силы разрушать ярмо, в которой женщина находится, но двигаясь в этой сфере, я столкнулась с таким сильнейшим сопротивлением, и я, честно говоря, чуть не сошла с ума, когда я поняла, что я ничего в этой сфере, ничегошеньки ровным счетом изменить не могу. Потому что проблема у людей вот здесь. Потому что ярмо у людей вот здесь. А сфера полиции, закона, исполнительной власти, общественного мнения – не работает вообще ничего. Социальная сфера, помогающая женщинам, не работает практически ничего. И вот в этой безнадежности, не имея Божьего огня на разрушение, духовное разрушение ярма в жизни женщин, и не имея благодати на перемены в мышлении женщин, ну, мы не можем это сдвинуть с места, эту проблему. Поэтому, слава Богу, что я это прошла, я это поняла, что моя задача была поднять эту тему, да, поднять эту проблему, и это получилось. И эта проблема начала больше звучать, и об этом стали больше говорить, и больше людей стали этой темой заниматься. Я верю, что все, что мы делали, оно произвело такой тоже определенный сдвиг в информационном пространстве, сдвиг в умах. Вообще какое-то на моей жизни я вижу призвание вот это совершать сдвиги, что-то делать в числе первых сдвиг, и поэтому это не всегда понятно. И даже этот флешмоб, он был первым. Но из-за того, что я столкнулась с вот этой стеной сопротивления, я поняла, что я дальше, вот все, что я сделала, а дальше я ничего не смогу изменить. И это отчаяние меня настолько накрыло,
Вместо того, чтобы уйти в уединение, возопить к Господу, получить от Него исцеление в связи с вот этой вот раной, которую я получила из-за того, что я не могу ничего изменить дальше, что больше ничего сделать не могу. Ничего не работает, все безнадежно вообще. Сами женщины не хотят исцеления. Сами женщины больны, сами мужчины больны, и ничего с этим сделать не могу. И вместо того, чтобы уйти в уединение и получить Божью благодать, получить стратегию, как двигаться дальше, как перейти на следующий этап. Но, знаете, вот в такие моменты враг обычно знает, как нас своровать. Почему я начала об этом говорить? Потому что многие женщины это проходят. Неправильные отношения. Через неправильные отношения враг просто ворует судьбу. Просто ворует годы у женщины, а часто жизнь. И вот находясь в том неправильном состоянии, нам нельзя принимать решения. Как, я вообще считаю, что пока ты не двигаешься в конкретном Божьем поручении на твою жизнь, пока ты не знаешь точно, что ты делаешь, в каком моменте ты находишься, что Господь от тебя ждет, пока ты точно не знаешь, что ты находишься на поле своего сражения, там, где ты должна быть, и знаешь вообще себя в Господе, вот до тех пор вообще нельзя думать о замужестве. Но это лично мое мнение. Я не могу его никому навязать как догму. И не буду, конечно, я не пытаюсь. Но я говорю как есть. Если вы хотите меньше ошибок и меньше вероятности ошибки в этом вопросе, то лучше ждать того момента, когда вы входите в Божью судьбу, и тогда вы можете правильно оценить себя, видеть себя, знать себя, я имею в виду, и, соответственно, сделать правильный выбор. А когда ты находишься в отчаянии, либо когда ты себя не знаешь еще, либо ты не находишься там, где ты должен находиться, то мы делаем выбор, исходя из-под давления того, в чем мы находимся. Либо, и, соответственно, Бог же сказал, дам тебе человека по соответствию, да? То есть, говорил о женщине, а также с мужчиной, по соответствующего мне. То есть, на тот момент я не была трезва в видении, я неправильно вышла замуж. Это была моя ошибка, я знаю, Богу приходилось меня восстанавливать несколько лет. Я поняла, что я сделала ошибку уже в первую неделю замужества. Но я вот... Все остальное время я боролась, я надеялась, что что-то изменится. Но ничего не изменилось, и это уже другая история, когда-то я смогу поделиться этим. Но это один из факторов, за который меня связывали, и с которым я была связана, и поэтому ограничена в служении. Один из факторов, потому что люди склонны больше смотреть на форму, и осуждать несоответствие формы, чем то, что на самом деле проходил человек. И мало кто меня вообще спросил, почти никто не спросил, а что на самом деле было вообще? Почти никто не спросил, но сделали свои выводы на какой-то клевете, на лжи. Это я знаю, что этому должно быть. Я знаю, что этому должно пройти. Люди с пророческим помазанием вообще такие вещи проходят, непонимание, непринятие. Это, ненормально с точки зрения того, что происходят такие вещи в теле Христа, когда человека добивают. Но я имею в виду, когда говорю нормально, я имею в виду, что предстоит это пройти, потому что Бог добивается того, чтобы мы были свободны от общественного мнения, свободны от зависимости от людей и были зависимы только от Него. Поэтому мне пришлось пройти этот путь прощения, исцеления, свободы, восстановления и действительно достигнуть того момента, в котором мне нужен только Господь, и мне его достаточно. И вот этот путь предстоит проходить человеку, который хочет быть близко с Богом, конечно. Вот. Но относительно отношений, что я точно могу сказать, что точно женщинам нельзя хотеть замужества, вот прям хотеть. И этим я делюсь в посланиях для женщин под тегом, под другим тегом. У меня два тега. Один Prophetic Talk with Maria, это там, где пророческие послания, да, о том, что делает Бог, о том, в каком времени мы находимся, о пробуждении, о жатве и о том, как Бог ведет нас. А вторая серия эфиров – это Global Shift Woman, то есть глобальный сдвиг женщины, среди женщин.
глобальный сдвиг. Это не потому, что это только мое призвание, это потому, что Отец это делает. Это потому, что то, что делает Бог сегодня. Первое, что Он делает, Он готовит людей и снаряжает людей для грядущей жатвы. Второе, что Он делает, Он высвобождает женщин повсеместно по телу Христа и в мире. А третье, Он поднимает творчество. О творчестве тоже будем говорить отдельно и так далее. Вот, поэтому вот во второй серии вы можете посмотреть эти эфиры, где я говорю о вопросах, о женском вопросе, связанные сугубо с женщинами. По этому тегу можно эти послания увидеть. Вот, я верю, что когда я делилась сегодня тем, как Господь вел меня, то вы что-то получали. И я буду благодарна вам, если вы напишите в комментариях. Может быть, если что-то вы не можете написать в комментариях, то вы можете написать в личных сообщениях. Что для вас значит? Что вообще Бог делает через это? Для меня это очень важно. И я благодарна Богу. Мы с многими из вас уже строим отношения и дружим, и Бог соединяет с нас. И только Он знает, что из этого выйдет. Я доверяю Ему и просто последовательно, шаг за шагом двигаюсь с Ним. И мои молитвы в том, чтобы... те, кто, для кого эти послания предназначены, были высвобождены в свою судьбу в Господе, были снаряжены для того поручения, которое Бог дает и имеет на вашу жизнь. И все, что Господь будет говорить нам делать, мы будем делать, правда? Вот, и я рада, если для вас эти послания ободрение, поддержка. Так что буду благодарна за комментарии, за репосты. Поделитесь, пожалуйста, этим видео. Спасибо всем, кто делится в группах или на своих страницах. Пусть Господь благословит вас. И даже тех, кто присоединился только сейчас, в самом конце, я благословляю вас, дорогие. Пусть Божье благословение будет на вашей жизни. Пусть Божья поддержка и подкрепление в том, в чем вы нуждаетесь прямо сегодня, придет. Пусть Божий ответ придет для вас. Доверяйте Господу. Он любит вас, Он обожает вас. Он ради вас своего Сына отдал на смерть, чтобы вы имели жизнь вечную, чтобы вы жили с Ним уже сейчас на этой земле, не когда-то после смерти, а сейчас на этой земле. Бог хочет строить близкие отношения с вами, с каждым из вас. Он любит вас. Просто откройте свое сердце для Него сегодня, если вы его еще не знаете. Вот, благословляю вас, дорогие. С Господом, с миром Божьим. Пусть Господь просто окутает сегодняшним ночью, у кого ночи, днем, у кого день, своим присутствием, своей благодатью. И Его любовь, она исполнит вас и через вас прикоснется к кому-то еще. Аминь. Люблю вас, дорогие. Благодарна Господу за каждого из вас. Провозвестниц будет великое множество.